Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Здравствуйте. Можно? Да-да, заходите. Присаживайтесь. Что вас беспокоит? Дело в том, что мне уже 3 года нравится одна девушка, за это время у нее было 15 парней. Но каждый раз, когда она с кем-то расставалась, она сразу звонила мне. Да. А вы знаете, у меня для вас плохие новости. По всем признакам это... Френдзона. Ну, давайте точно убедимся. Вы дарили ей дорогие подарки? Да. Что-нибудь просили за это взамен? Нет. Мне достаточно, чтобы она просто была рядом. Вы видели ее голой? Да. Она пускала меня в примерочную, когда выбирала, в чем пойдет на свидание с одним из своих парней. Боюсь, диагноз подтвержден. Но есть контрольный вопрос. Она говорила вам, что хотела бы иметь такого парня, как вы? Да. 100% френдзона. Ну я же люблю ее. Yeah. До вечера. Капец, я устал. Да, я тоже. Ты-то от чего? Если ты скажешь мне правду, я не буду ругаться. Я в твоем возрасте только об учебе думала. Ой, да там посуду мыть, 2 тарелки. Да я алкоголь только 18 лет попробовала. А курить вообще не пробовала. Да эти брекеты даже никто не заметит. Тебе очень хорошо в этой шерстяной шапке. А вот когда я в школе училась, мне нужно было до школы 2 часа добираться. Сначала на 2 автобусах, потом еще на метро с пересадкой. Ой, ну какая красавица выросла. Все парни твои будут. Надо проверить. Блин, телефон забыла. Блин, ключи забыла. Блин, забыла, что сегодня выходной. Так, ну все. Все. Свет, буду там скоро. Да ща! Ну все, собралась. Silly boy, they loving me so much. Silly boy, you can't look but you can't touch. Silly boy, I ain't got no time to talk. Silly boy, just shut up and watch me walk. Cause I'm too sexy in this club. Too sexy in this club. So sexy, yeah. А, девушка, а что у вас в меню есть вегетарианского? А масло в салате 1-го или 2-го отжима? Ой, нет, это для нищебродов. А огурцы с пониженным содержанием нитратов? Фу. Вы предлагаете мне картофель? Да, похоже на того, кто ест картофель.
Ананасы? Вы вообще представляете, сколько в них сахара? Вы хотите, чтобы я умерла от диабета? Спасибо, я уже ела брюссельскую капусту в этом месяце. Но неужели непонятно, что я не люблю соус песто? Рататуй – это банально. В этом десерте есть мед? Вы знаете, что мед – это плоды рабского труда пчел? Но предложите мне хотя бы что-нибудь, это же ваша работа. Блин, хочу все тоннели растянуть. Нет, и что, у нас с Серегой все по-серьезски прям. Школу закончим, поженимся. Блин, прикинь, вчера при маме ты сказала, бля. Но я и наплела, типа, это блин было. Он повелась, короче. В каком ты классе? В седьмом? Блин, везуха, у нас в восьмом вообще такая жесть началась. Прикинь, училка в декрет ушла. А че она, трахается, что ли? Мы с пацанами свою рок-группу мутить будем. Не, после девятого свадьбы, мне эта школа уже, я год. Я эмо. Да я ща по рэпу загоняюсь. Панки хой, рэп, отстой! Да я тебе говорю, тиктоник, вообще тема. 18 исполнится, свалю от предков, наконец-то, блин, нормально жить буду. А какие у вас материалы? А сколько лет работаете? А давайте на этот палец кошачий глаз, на этот втирку, на этот стразы, на этот цветочек нарисуем, на этот градиент, и мне еще вот этот цвет нравится, но пальцы кончились. Ну, у вас нет такого красного, который мне нужен. Ай, горячо! Нет, мы с мужем поженились в 2014 году. Такой, знаешь, с Люрексом. Цвет? Да, любой, на твой вкус. Так вот, этот костюм, этот синий с люрексом, она все это... Красный или синий? А вот мой мастер не так делает. Я нашла 54 варианта осеннего маникюра. Ой, градиент это банально. Стемпинг это прошлый век. Втирка это скучно. Блин, хочется чего-нибудь этакого. О, а давай френч. Не, ну ты видела, как Ленку разнесло? Она ж килограммов 55 весит, не меньше. Вообще не знаю, как можно было так себя запустить. Да ей в самолете два места нужно выкупать. Так что она теперь? Эмку носит. Ей проще сразу чехол от танка купить. Да ни один нормальный мужик на этот кусок сала даже не посмотрит. Не, я так никогда не разожрусь. Блин, ты видела, как Ленка отощала? Да там же кожа до кости, смотреть не на что. Знаешь, как говорят мужчины? Лучше плавать по волнам, чем биться об скалы. Мужчина не собака, на кости не бросается. Между прочим, раньше красивыми считались именно женщины с пышными формами. А шмотки она где? В детском мире покупает. Мама, I'm a star, I'm a super-duper star. Не, надо на химика поступать. Там перспектива есть. Или в продавцы обуви идти. У них вот двухэтажные квартиры. Брат за брата, за основу взято. Я чё-то когда в туалете сижу, почему-то немного нервничаю. Можно я буду называть тебя бурым мишкой? На самом деле и в 35 можно встретить красивого и холостого миллионера. Ага. Слушай, надо к этому додику с физмата присмотреться. А ты куда столько пищевой пленки накупила? Вот что сейчас сексуально. Внученька в гости приехала. Ну садись. Кушать будешь? Да не, бабуль, я не хочу. Ну хоть чай-то попей, вон какая тощая. Ну ладно, чаю можно. Я сейчас. Ну, рассказывай, как дела-то? В каком ты классе уже? Бабуль, да я уже универ закончила. А мальчик-то есть у тебя? Ну, есть. А он в каком классе? Бабуль. Замуж-то не зовет? Ой, ну какой замуж? Рано еще. Да куда рано-то? Мы с твоим дедом как познакомились, через 3 месяца уже поженились. Ага, а через полгода мама родилась. Смотри-ка, и правда школу закончила.
Считать научилась. Ты же вон есть-то не хотела. Блин, ну как ты это делаешь?